Давайте. Нас оставались. Давайте. Парочка простых и молодых ребят. Да-да-да-да-да, ты устал убегать, я знаю. Черный дым. Ты понимаешь, да, процессом я не руковожу. 2,5 секунды, а потом за неделю. Ты ж понимаешь, я не руковожу процессом. Он не может упасть ровно так, как я говорю, ребята, падай вот так, а потом на этой секунде переворачивайся и вставай на ноги. Если бы ты ему сказал бы. Я тебе говорю, давай тебе шепну на ушко. Да, может сейчас и получится. Слушай. Чувак, тебе... мы не будем тебя рубать, ты молодец. Вот, надо да. Видео просто. Ты должен быть потом. Молодец. Просто, просто снимаем видео. По-пацански. Да. Мужик мужика. Кстати, он очень хорошо похож на своего папашку, вот тот, что там вдалеке ходит вдоль сети. Приготовились. Приготовились. Внимание. Внимание. 3, 2, 1. Ну кто так падает? Упал, перекатился и тут же начался бой. Опять. Лютиков. Старший адъютант его превосходительства, характер нордический. Вот смотри, чуть передержали лишнего, но в принципе, мне кажется, это пока что лучше, чем все остальные. Артём, а если сделать нарезку именно с того момента, когда вот замедление идет? Одного замедлить, второго замедлить? Вот, у одних раньше начинается замедление, у вторых позже. Ну смотри, тут, в принципе, тут неплохо. Да. Хотя вот замедление уже началось. И заканчивается на середине пути, да? Хотя я смотрю, вот как раз хватило бы, если бы... Все, закончилось. Ну, в общем, надо сделать нарезку именно от этих моментов, когда замедлены. А с одного, второго, третьего, четвертого там... Это имеет смысл только если поставить камеру на штатив, а ты будешь с одного места одинаково их кидать, тогда какую-то нарезку имеет смысл. Ну, ладно, сейчас еще у нас остался, по-моему, один вариант. Еще один вариант, только даже не закончится. Ну, давай. Петухи не кончаются. Пошли купаться. Пошли купаться. У меня есть хорошая емкость, называется супная это, тарелка. Так, а красавый, красавец какой, да? Перья блестят. Ну, мелкий. Ну, что ж такое, ну? Ну, давай. Готов? Так, приготовились. 3, 2, 1. Этот перевернулся, по-моему, на вот такой высоте. Все, можно заходить. Вот этот удачный. Ну, наконец. Сколько же нас было повторов? Этот удачный, просто уже мы... Отпустил. Да. Начал падать, и пошло замедление, да, только до конца не хватило просто уже самого замедления. Но это самый удачный дубль. Что ты можешь посоветовать производителю смартфонов с замедлением? Сделать его чуть дольше? Это, по-моему, у Samsung есть. Нажал кнопку и пошло замедление. Идет видео, ты нажал кнопку и пошло замедление. А тут неудобно, то есть ты нажал, идет 2 секунды. Айцвай драй. Замедление, да. Как загружать его в Телеграм или не надо? В Инстаграм будешь загружать? Смотреть будешь? Да, потом, потом. Сейчас я это кормушку заберу. Я могу сейчас загрузить. Ребята, они думают. Слушай, они хотели повторить. Так, я, наверное, тоже выйду. Выйду. Ну, в общем, вам тут скучно не будет. Девчонок нет, но и скучно тоже нет.
Вот. Дудо решил показать. Дудо? Нет, это нас продолжает лютиков лютовать. А то у нас, по-моему, попрыгунчик. Самый крупный, самый перспективный из самых мелких. Почему-то они получились мелкие. Ой. Подбородок зачесался. Так же просто невозможно. Пух кругом летит. Да, да, я знаю. Ты хочешь вернуться и еще настрогать этих цыпляток. Ты у нас специалист, поэтому я тебя и назвал так. Назвал папа Карло, потому что он специалист по цыплятам. Кстати... Кинул в телеграм-чат. Или не надо было? Да, нормально. Нормально? Да. Если что, на канал переведу. На канале там больше подписчиков, чем в чате. Значит, что... Ребята, бросаю, кидаю спойлер. Значит, у нас получился очень, ну, я бы сказал, очень красивый цыпленок. Не знаю, кто автор этого произведения. Мамаша действительно неизвестна. Но у нас работала бригада из трех петухов. Это старший. Он сейчас отбегает. Пивень вот этот. Желто-коричнево-черный. И двое его сынов. Какой же был? Первый, значит, был у нас рыжий дым. А, был еще серый дым. Вот этот. Вот этот, по-моему, да, серый дым. Черный дым где-то. Вон он, черный дым. И очень. Я попробую достать этого цыпленка, и мы попробуем с Артемом снять видео, пофотографировать его. Пока у него пух еще на голове. Пофоткать? Да, пофоткать, потому что... Ну, такого красивого я еще не видел. Только что снегирю отдавили ухо. Или что там у него на голове оставалось. Тут можно камеру поставить, закрепить на стол и все, и снимать постоянно, а потом выбирать нарезки. Logitech, камера Logitech, самые поганые. Они не справятся? Sony, конечно, справится. Только ей нужна непрерывная зарядка. Powerbank. И powerbank или сеть подключить. Сюда можно протянуть. Лепездричество. Один цыпленок получился полосатый. Такой будет, наверное, кукушечный, как и старший из петуху, из пивней, вот этот предыдущего за этого, за мясо. Снегирь устал. Ну вот, а Лютиков ходит так, грудь колесом, на него смотрит серый дым, так посмотрел, посмотрел, я бы тебе вмазал, если бы сидели за столом, и ты мне наливал. Вон кто-то хочет в окно. Ребята, ну зачем выходить в окно? Артем, расскажи, почему петухи любят выходить в окно? У них что, аварийный выход там? Перед тем, как выйти в аварийный выход, нужно разбить это. Вытащить шнур, выдавить стекло. Понятно? А не сразу выходить. Прибацанные. Ой, ну все, наверное, да? Боя не будет. Всем понравилось, а кому не понравилось, тому то звеняйте. Петуха. Петухи, да? Ого, кто-то долго поет, где-то далеко, очень далеко.
получилось заснять момент, как он орет замедленно. А я думал, идут грибные дожди очень далеко. Но вишни еще не созрели. Рано еще для вишен. Еще абрикосы не цвели. Так, кто-то рад, что пришли новенькие. Можно на них потренироваться. Мешки с рисом такие. Тюфяки пришли. Мы тут накачанные. Сидели с гантелями на лапах. Качались усиленно. Да? У пивня такие глаза. У него хрусталики очень сильно блестят на вспышке вечером. У всех не блестят, а у него блестят. Наверное, его укусил какой-то этот оборотень. И пивен стал оборотнем. Но не совсем, а так только. Наполовину. Я уже в Инстаграм закинул сторис. Вот так вот. Как петух летит. Так что подписка на Инстаграм обязательно. Так, ну, будем заканчивать. Уже начал прорастать хрен, значит, весна. Весна не за хренями, не за горами. Вчера прилетели скворцы. Ну, поют они, конечно, не так хорошо, как петухи. Но тоже ничего, послушать можно. На крыльях весну принесли. А осенью скворцы забирают весну с собой на крыльях. Теплые края. Об этом мы узнаем позже. С вами был Арсений Селезнев Зверовой. И наш оператор, монтажер, режиссер. С 20-го дубля получилось. С 20-го дубля он там получилось мельчайший кусочек. Там не совсем даже, не совсем точно, как он хотел, но что-то получилось. Не, ну, я-то понятно хотел. Это уже возможности камеры. Возможности смартфона. Если бы он дольше мог бы снимать, то у нас бы все падение было бы. Но так ты руки... Вот так сделал, и началось замедление. Сколько надо было потратить петухов? Я и так могу медленно сделать. Давай будем рубать петуха, давай будем рубать. Раз, это... Ой, не получилось. Ну ладно, у нас еще 20 дублей есть. Да. Да, у нас осталось... Ребята, меня спрашивали, сколько у меня осталось петухов? Ну, хрен его знает, много. Много осталось. Ладно, выходите. Курочки мои, выходите. Хватит там сидеть. На солнышко. Пошли. Все, все четко. Все, мы отснимали материал. У нас остался старый конь борозды не порит. И еще там одного мелкого закинул там... глубине. Все, будем прощаться. Слишком долгое видео тоже не пойдет. Арсений Селезнев, Зверобой, петухи переехали, чтобы не мучить кур. Куры линяют, петухи линяют, все линяют, короче. Пора им купаться. У нас сыро, поэтому с купаниями немножко отложим. Подписывайтесь на канал Арсений Селезнев Зверобой. Заходите в Телеграм, в Инстаграм, в чат Телеграм. Пишите письма, сушите сухари моим петухам. Пока!